Очень приятно, когда вас узнают и уже знают. Согласитесь с этим? Это мы уже привыкли почти, можно сказать. Вот часто узнают. Сколько вы, получается, уже катаетесь вместе? Сколько у вас было международных турниров? Ну, вместе мы катаемся почти 2 года. Вот 18 сентября будет 2 года международных турниров. Ну, достаточно. Второй сезон. Катаемся на международных турнирах. Это ваш последний сезон в юниорах? Нет, еще 2 сезона в юниорах у нас будет, помимо этого. Это здорово, вы еще можете набраться много опыта. Пробовали вы когда-нибудь четверной выброс? Мы четверной выброс не пробовали, но мы пробовали четверной подкрут на полу в зале. Получался удачно, но пока что не рискуем его вставлять. А какой самый, не то что страшный, какого элемента вы больше всего боитесь в программе? Ничего не боимся. Ничего не боимся. Нет такого элемента, которого мы бы действительно боялись прям. То есть вы бесстрашные, вы реальные спортсмены. Здорово. Всем задаю вопрос. Если бы вы были сказочными героями, кем бы вы хотели быть на этом турнире? На этом турнире? Да. Я не знаю, так, честно, это надо подумать. Бэмби. Быстро на него ответить. Спайдермен. Бэмби. Я не знаю. Честно, не могу сказать даже. Хорошо. А мастер-класс у кого бы хотели взять? На этом турнире? Нет, вообще. Мастер-класс, ну, скорее всего, у таких именитых людей, как Этери Тутберидзе, по прыжкам, если, а если по парным элементам, то, конечно, у Нины Михайловны Мозер. Я желаю вам все это получить, потому что никогда не нужно бояться спрашивать, просить помощи, консультации. Вы имеете полное на это право, и желаю вам только действовать. Желаю удачи во всем. Пожалуйста. Спасибо большое вам.